Такая форма экзаменационной проверки, как ЦТ, уже прижилась, однако для школьников эта процедура остается волнительной. А потому весьма уместно проверить свои силы. На помощь приходит репетиционное тестирование. Пробные тесты в Брестском государственном техническом университете на первом этапе прошли 10 200 человек, на втором – 11 100. Эти цифры значительно выше показателей 2014-го. Впереди заключительные испытания, так называемые последние штрихи в подготовке к ЦТ. Аппетит приходит во время еды. На третьем этапе не хватает уже времени для того, чтобы, может быть, еще раз сходить на какой-то из предметов и проверить, ну, насколько я владею, так скажем, этим предметом и так далее. То есть в мае месяце уже начинается регистрация на централизованное тестирование. И, естественно, в общем-то, только если с репетитором как-то вот этот месяц может быть, так скажем, подготовиться к вступительной кампании. В тройке популярных предметов, которые выбирают для сдачи абитуриенты, остаются русский, математика и физика. Значительно отстают от лидеров география, общество, всемирная история. Условия сдачи и требования к абитуриентам те же, что и в прошлые годы. Незначительные изменения претерпели лишь экзаменационные бланки. Изменения коснулись, так скажем, с первого и второго этапа вот этого года репетиционного тестирования в том, что, в общем-то, появился номер операции ЕРИП, который записывается с квитанции абитуриентам при прохождении репетиционного тестирования. Вот, то есть этот, так скажем, объект, он отслеживается в РИКСе, то есть прослеживается оплата этого бланка ответа. Ну и, соответственно, с прошлого года введенный личный код дает возможность лично только абитуриенту узнать свой результат после окончания этапа. Получить результаты третьего этапа репетиционного тестирования абитуриенты смогут после 20 марта на сайте Республиканского института контроля знаний. Плюс ко всему тест в разобранном виде со ссылками на источники литературы. Такая услуга – отличный помощник в работе над ошибками. Полезная информация для абитуриентов на будущее. Все 15 предметов, вынесенных на ЦТ, можно будет сдать в одном месте – в Брестском государственном техническом университете. Примечательно, в этом году в перечень включен и китайский язык.